Вон он, сзади ряд, есть человек, аплодисменты! Вот она, наша команда удачи на сегодня! Шикарная. Ждем, конечно, полного стадиона, потому что сейчас уже приятно смотреть английский чемпионат, где все заполнено, все живет. Ждем у нас, но при этом я первый раз сижу прямо над фанатской трибуной, и это создает ощущение полного стадиона, великолепная атмосфера. Да еще и Федор Смолов забил 2. Надо забивать еще 2, чтобы у Смолова был покер, и все, и тогда можно спокойно идти домой. Самое главное, что, в принципе, кроме владения мячом, ничего не позволяет делать «Локомотив» у наших ворот. То есть защитники подчищают, полузащита тоже старается быстрее выходить вперед. То есть, ну, отлично. Вот, отлично. Тот футбол, который нам нужен. Промежуточный результат в первом тайме идеальный. 2-0. Главное не расслабляться. Дубль Смолова вообще кайф. Очень рад за Федю. Надеюсь, теперь при таком счете хочется разгрома.